Слава и успех ценой смерти близкого человека. Отлично. Зачем вы написали эту книгу? Моя жена умерла. Ложь, которую приходится повторять людям. Вы можете попытаться убежать от своего горя. Оно будет неотступно следовать за вами. И внезапное чувство, заставляющее отказаться от жизни, полной вранья и неискренности. Давно смирилась с этим, с осознанием, что моя жизнь — это продолжающийся изо дня в день эксперимент по принятию каких-то плохих решений. Любовь случается. Я подумал, на телеканале «Барс». Если ты не сочла меня безнадежным, может, ты бы захотела узнать меня с лучшей стороны. Да, она бы хотела. Марти, извини.